Расследовать злоупотребление и махинации чиновников одесские общественники призывают журналистов уделять больше внимания проблемам коррупции. Среди подобных фактов есть немало таких, которые достойны больших журналистских расследований. В том числе многосерийных, считают в Комитете избирателей Украины. Мы не имеем на самом деле правоохранительных органов. Одесская областная прокуратура, Главное управление полиции, СБУ, к сожалению, или стараются, или не желают, или не замечают всех тех кричащих просто злоупотреблений, нарушений, коррупционных скандалов. Для Одессы журналистские расследования более чем актуальны, уверены в Центре публичных расследований. В нашем городе не утихают скандалы, связанные с непрозрачностью сессий горсовета, земельными махинациями, застройкой побережья, отчуждением санаториев и так далее. Есть и журналисты, которые занимаются подобными резонансными темами, считает координатор проекта Валерий Болган. Однако такие энтузиасты часто сталкиваются с рядом проблем. То у нас не хватает поддержки редакционной, у нас не хватает поддержки юридической, у нас не хватает гонораров, по сути. Да, ну это что скрывать, да, у нас журналистам тоже что-то нужно есть. И что самое странное, удивительное было, у нас не хватает площадки, где мы могли бы публиковаться.